Знаете, мы вот по результатам рассмотрения отчета правительства сделали вывод, что в 2017 году кардинальных изменений в части упрощения ведения бизнеса, уменьшения административных барьеров, улучшения деловой активности в отраслях нашего сельскохозяйственного ПК, транспорта, строительства, экологии, их нет. Нет улучшений. На чем основывается мнение? Отвечу. Вот государственная политика в области дорожного строительства и автомобильного хозяйства уже оскомину набила всем. В этой теме сейчас все разбираются. Но в отчете правительства о ней не сказано ничего за 2017 год. Проблема-то не сегодняшняя, проблема даже не вчерашняя. Год предпринимательства. В принципе, важное направление. Само мероприятие тоже многообещающее. По нашему мнению, главной задачей этого года было изменить отношение рядового чиновника к гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. В этом направлении в 2017 год показал нам, ну, в основном только проходные, к сожалению, мероприятия. Интервью, встречи, круглые столы и тому подобное. И вот получается результат, мы слышали сейчас в выступлениях моих коллег. Скажите, может кто-то сказать, что каждый рядовой чиновник, средний персонал государственных служащих перестал жить вот в том мире, в своем мире? По итогам работы правительства, направленной на снижение административных барьеров, вот в адрес комитета попали документы по плановому мероприятию по контролю одного нашего колхоза. Я взял, Вадим Николаевич, Александр Владимирович, просто чтобы мы все видели и понимали, всего лишь два документа, это две службы, которые пришли планово проверить колхоз. Одна контрольная организация, это госслужба экологического контроля и охраны окружающей среды, и вторая служба госнадзора. Коллеги, на двоих 100 документов. 100 документов, которые нужно собрать, нужно ксерокопировать и нужно предоставить вот этому вот колхознику, который сейчас, по идее, должен заниматься тем, чтобы урожай собирать, а ему нужно вот этими вот всеми делами заниматься. Причем, что одна служба, что это запрашивает другая служба. И этот колхозник должен одной службе снять копии, другой службе должен снять эти копии. Мне представляется, что такой подход чисто фрагментарный, он неприемлем для того, чтобы мы получили эффективную программу развития нашей республики. Мы отдельно пытаемся разработать что-то в сфере здравоохранения, отдельно что-то в сфере образования, что-то в сфере науки и так далее. Мне представляется, что нам необходим комплексный подход. С таким подходом у нас успеха не будет. В наших условиях, условиях непризнанности, мы должны быть в разы мобильнее, в разы эффективнее, в разы должны быть оперативнее в части принятия решений, переема тех же каких-то современных опытов, практик, наработок для того, чтобы упростить, улучшить жизнь здесь у нас. Я впервые присутствую на отчете правительства, где так тщательно, наверное, проанализирован доклад председателя правительства. Я верю, что у нас сегодня состоялся хороший разговор. Для того, чтобы это был хорошим пинком и стимулом для каждого из нас сделать все, чтобы обеспечить достойную жизнь народу и оправдать его доверие. Я не услышал критики, вы знаете. Это не критика там, в чистом ее понимании, нет. Это указание на то, что не сделано. Это правильно. В наших руках создать внутренний механизм управления 100%. Это зависит от нас. Да, мы подвержены внешним рискам, и от этого никуда не деться. И политическая стабильность зависит от вызовов, от внешнего фактора. Но внутренняя составляющая в наших руках. Этим надо заниматься ежедневно. Проблем, конечно, много, но тем не менее, еще раз говорю о том, что в здоровой критике рождается истина. И я вижу нормальное, здоровое взаимодействие между Верховным Советом и правительством, и президентом. И так и должно продолжаться.